Итак, что мы имеем? Мы имеем лиф, заряженный на 82%, быструю зарядную станцию, которую его подключили. Вот они, те же самые 82%, идет зарядка. И смотрим, что нам показывает LeafSpy. LeafSpy нам показывает мощность. Сейчас он зацепится. Да, температура батареи 22, 18, 13 градусов и 9,9 киловатт всего. И что мы делаем? Мы берем волшебный потенциометр, который у нас к канмосту подключен, и крутим его на максимум. И смотрим, что происходит с мощностью зарядки. 12,6 киловатт, 17,3 киловатта. Киловатта. Это на 84%. Вот такой волшебный потенциометр. Скоро я его превращу в кнопку.